Всем привет, я Юрий Хаев, владелец туристической компании «Отдыхаев», и нахожусь сейчас в Белеке, в таком хорошем отеле «Ella Excellence». Это бывший отель «Ella Quality», он прошел полную реновацию, ребрендинг в 2022 году, и с 2023 года работает с новым названием, с новой концепцией. Очень красивый, стильный отель. Здесь все освежили. Мне очень понравился. Да, отель для семейного отдыха. Много красивых локаций. Все в зелени. 8 ресторанов. Из них часть а-ля карта. Есть главный ресторан, есть круглосуточный ресторан. Шикарный детский клуб. Во-первых, очень большой. Во-вторых, много различных комнат на разный возраст детей. Ну и соответственно там от нуля и до возраста тинейджеров можно выбирать времяпрепровождение, комната PlayStation, детский ресторан, много кондитерских по территории, множество бассейнов, есть даже такой практически олимпийский бассейн, в зимний сезон часть бассейнов подогревается, хороший пляж, бич-клабы, ночной клуб, полный кинотеатр. Концепция, все включено, действительно. Есть много вилл по территории. 5 свежих вилл, Ella Excellence Villa называется, с 3 спальнями, с 4 спальнями, с очень красивым дизайном. В целом, есть еще также отдельная зона Lake House, домики, в которых есть тоже красивые номера в тихой зоне, возле бассейнов. То есть я могу советовать этот отель для всех семей, для отдыха с детьми. Соответственно, выбирайте, приезжайте и можете запрашивать у нас эти туры. Мы обязательно вам поможем. Подписывайтесь на канал Отдыхаева, будьте с нами, смотрите это видео и все видео на нашем канале.
Thank you.